Малыш Тамерлан – долгожданный первенец в семье Галимовых. Все 9 месяцев ожидания мама радовалась тому, что все хорошо складывается. Каждое УЗИ показывало, что ребенок здоров и развивается как положено. Никто и не предполагал, что все изменится в день его рождения. Двойное обвитие пуповины, сложные роды и несвоевременное кесарево сечение повлекли за собой отек головного мозга и продолжительную кому. Не зная, куда идти за помощью, родители случайно узнали о существовании центра реабилитации «Любимый малыш». Здесь началась новая жизнь Тамерлана. Беременность в целом проходила нормально. Мне даже вот УЗИстка, когда делала УЗИ, говорила: «У тебя такое идеальное сердцебиение, прям все так четко. Я первый раз такое слышу, что прям идеально все у ребенка». Сама проверяла. Думаю, не обмотан ли он пуповиной, сама дополнительно ходила. Нет, не обмотан. Перед родами там за день делали УЗИ, тоже все нормально сказали. Полчаса вот пыталась родить сама, мне не получилось. Потом они начали врачи по очереди. Сначала одна давила на живот, я тебе помогаю, толкай мои руки. Я пыталась выдавить ее руки, но во время, как я понимаю, в это время Тамерлан об моей кости уж головой хорошенько ударился. Я уже лежу, никакая. Потом вот сделали вот кесарево. Просыпаюсь после кесарева. Потом узнаю, что ребенок в реанимации. Ребенок у тебя тяжелый. Другие больницы брать его не хотят, потому что он у тебя умрет по дороге. Мы его не заберем. Нам врач говорил, когда ему 1,5 месяца было, он лежал вот этот, в коме. Говорил: «Забудьте этого ребенка, думайте о другом». Я там чуть с ума не сошла. Я каждый день приходила в реанимацию и думала, когда же это случится. Родителям все это время говорили, что ребенок, в общем-то, не выживет. И они очень рано, сразу после выписки из стационара, к нам обратились. Ребенок, да, действительно тяжелый, вегетативное состояние. Но вы знаете, если все говорят, что ребенка нельзя вылечить, то ведь это не значит, что ему нельзя помочь. Это все равно ребенок, это человек. И он всегда должен вот знать, что о нем заботиться. Нужно обеспечить уход. Нужно маму научить кормить этого ребенка. Нужно маму научить ухаживать за этим ребенком. Именно ухаживать таким образом, чтобы был развивающий уход. Несмотря на то, что у него тяжелое поражение головного мозга, мы же все равно можем обучать его. Мы же все равно должны чем-то заниматься. Мы добились того, что Тамерлан очень хорошо удерживает предметы в руках, подтягивается при поддержке. Раз, два, три, четыре. 5. Видите, он ухватывается ручками за мой пальчик, и это хорошо, потому что до этого он не хватался, и более того, ручки были сжаты в кулачки, он не давал нам работать с руками. Сейчас за счет хенд-терапии, за счет массажа ладоней, за счет работы логопед-дефектолога нам удалось разработать его ладошки, чтобы он вот так вот у нас хватался. Очень хорошо. Вот они уже второй курс на реабилитации по сравнению с первым днем, когда они пришли. Он очень хорошо изменился в лучшую сторону. Очень сильная была выраженная спастика. Общая спастика – это ручки, ножки. Очень плохо удерживал голову. Была сильная ригидность мышц спины. То есть его выгибало назад. После первого курса массажа динамика была положительной. Он стал более спокойнее, более раскрепощеннее. На фоне общего комплексного лечения ребенок очень хорошо меняется в лучшую сторону. Тамерлана я начала лечить в возрасте 2 месяцев, когда его выписали после реанимационных мероприятий,
я впервые столкнулась с ребенком с трахеостомой. Кроме того, у него нарушена форма головы, смещены кости черепа. Настолько была болезненная голова, что практически он не давал дотронуться. Первые мероприятия у меня были направлены на то, чтобы убрать немножечко головные боли, немножечко нормализовать швы. Я поработала на затылочной кости, на лобной кости. В настоящий момент, ну и заметно зрительно, и мама говорит, в общем, у него улучшилась форма головы, хотя, конечно, еще далеко до нормы. Затылочная кость была настолько смещена, что кожа на затылке была вся морщинистая, в складках. Сейчас у него кожа на черепе выровнялась, и, в общем-то, он до головы дает дотронуться, говорит о том, что все-таки таких сильных болевых ощущений у него нет. $500 в день, такси, потом вот эти вот шланги для отсосов, ну, их очень трудно найти. Этот шланг один 45 рублей, считай, стоит, считай, постоянно надо менять. Их надо где-то заказывать, здесь в Уфе их почему-то дефицит. Ну вот еще вот у него аллергия на все. Он никакую смесь не пьет. И сейчас мы покупаем смесь на козьем молоке, а она самая дорогая. Ну и вот на лечение в центре у нас очень хорошая программа. Такая большая, ну не очень много уходит. Ну вот это лечение не одного дня, это нужно каждый день работать. Затраты, конечно, у нас будут, у нас работает один папа. Мы еще как бы взяли ипотеку 3 года назад, еще вот ипотеку 24 тысячи платим. С мамой работал психолог. Потом мы подключили уже физиолечение ребенку. Потом мы начали уже заниматься и с логопедом. Потом мы подключили потихоньку массаж. И вот после первого курса лечения ребенок, в общем-то, изменился. Ребенок стал другой. Мы не можем делать прогнозы. И я думаю, что прогнозы только Боженька может делать. Мы должны просто заботиться, мы должны просто быть милосердными. Надо побыть просто, наверное, в роли этой мамы, чтобы понять ее, понять этого ребенка. Она этого ребенка 9 месяцев носила, она этого ребенка 9 месяцев ждала. Она хотела родить здорового ребенка. Но обстоятельства сложились таким образом, что у нее появился такой ребенок. Если бы мы, каждый, старался что-то сделать для людей, ну, оказать какую-то помощь, у нас общество другое бы было немножко, и люди бы были немножко другие. Ну вот мне кажется, вот благодаря массажу, он у нас был такой весь скрученный, сейчас у него, он уже расслабленный более стал, кулаки вот так у него были, вообще не разжимались. Я когда мыло не могла рожать, сейчас ручки раскрылись. Ну и общее состояние, вот сейчас ему 4 месяца, вот скоро будет 5-го. Ему лучше, он спокойнее стал намного. Когда я сюда прихожу, я уезжаю, мне хочется жить, честное слово. Кроме этого центра больше никто нас нигде не ждет и никто не может помочь, мне кажется, только как бы здесь. Несмотря на такие испытания, Тамерлан смело борется за свою жизнь. А родители верят в него всей душой. Верят в то, что наступит день, когда он станет обычным ребенком, и уже ничто не будет ему угрожать. Глядя на маму и папу малыша, хочется последовать их примеру. Ведь особенные дети тоже имеют право на жизнь.